Приморье одним из первых российских регионов присоединилось к всероссийскому автопробегу «За мир без нацизма». Старт масштабному мероприятию дал губернатор края Олег Кожемяка 12 апреля на центральной площади дальневосточной столицы у стеллы «Владивосток. Город воинской славы». Дорогие друзья, я искренне рад приветствовать участников автопробега «За мир без нацизма». Ваша добрая миссия заключается в том, чтобы через всю страну донести слова поддержки военнослужащим нашей армии. В мероприятии в честь старта автопробега приняли участие представители органов исполнительной власти, Законодательного собрания Приморья, различных общественных организаций, партий, движения «Юнармия» и других патриотических объединений, а также просто неравнодушные жители края, многие из которых пришли на площадь, чтобы поддержать российских воинов. Ну, во-первых, это поддержать наших ребят, которые сейчас находятся на Донбассе, а во-вторых, это мы все как должны поддерживать нашего президента, и по-другому не могло быть. Я бы поучаствовал и на Украине, чтобы там меньше пацанов было, но не берут 6 детей. Все. Поэтому хоть как-то поучаствовать. Сегодня в стране самое важное. Нам надо победить вот в этой операции по демилитаризации на Украине, победить фашизм. Это победить то, что зло мировое, и не дать ему распространиться, чтобы люди все знали, что мы за победу, за Россию. Я хочу жителям Украины сказать, что мы с вами. Вот. То, что западные обещают, это обещалки, а мы вместе с ними. После войны была разгромлена вся страна до Урала. Мы подняли хозяйство. А сейчас, конечно, будут большие разрушения на Украине. Но мы все поможем им. Мы с ними. Мы с нашей армией. Мы любим на их. Мы душой постоянно с ними. Олег Кожемяк отметил, что старт масштабному автопробегу неспроста дали именно в Приморье. Владивосток – город воинской славы. В крае базируется Тихоокеанский флот, части которого действуют сейчас на Украине. Здесь и прославленная 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты, и 5-я общевойсковая армия, и десантно-штурмовые батальоны. Сегодня мы понимаем, как важна эта акция, как важно единение нашего народа с тем, чтобы войска и армии были уверены за единый прочный тыл. Мы за мир без нацизма. Отметим, в акции «За мир без нацизма» участвуют все федеральные округа России, а также Луганская и Донецкая народные республики. Финиш запланирован в мае в Волгограде. Анна Дьякова, Артем Белов, новости на 8.